Чем? Давай посмотрим, что это. Шоп. Так, это у нас пролог. Unlock it. Так, дефолт. Скотина, русский нету. Ладно, хрен с ним. Так. Ну-ка, сикась. Ты чё, мышка такая? Интересно, девки воют. О, два бумеранга даже пускаю. Ух, ёпты. Ни хрена себе тут сразу бегают такие приключения-то. Неожиданно. Ага. О, вот это интересней. Забавно, вот это вот как бы я вначале не ожидал. Блин, а мышей очень плохо видно, кстати. Ой, как их много-то. Так. Так, давай-ка мы лучше бумерангами пока поразвлечемся. Ага, вот что она создает, я понял. Так, damage increase на enemies. Теперь зомби пошли. Большая мышка. Давай, девонька, немножко покушаем. Я никак не могу понять. Вместе здесь этот опыт растет. Вон еще один босс бежит. Или это не босс вообще был? Блин, слушай, как они конкретно это окружают. Девонька, ты быстрее двигаться не умеешь? Как бы у нас проблема будет. А, да, вот белая сверху полоска. Так. Так, где? Я же с тобой не закончил, что ли?
такая фигня случайная, я понял. Так, Critical Chain, самое... Отлично, что ты мне там еще подаришь. Пополам. Время побольше было. Алло. Этих скелетиков вот лучше вот так вот защищаться. Самый идеальный способ. Если бы сейчас не этот босс подлый. Угу. Ну и дамаж плюс 5. Дольше держится, это хорошо. Засрем здесь вообще всю поляну. Многовато их что-то.
выбираться-то все тяжелее из этого кошмара. Если бы не эта липкая гадость, я бы уже трупом был раз 20. Два босса идут. Серьезно, что ли? По-моему, перебор. И они убегают. Вот это самое интересное. Значит, нам надо их догонять. Как интересно. Японская блоха, это что еще за чушь там бежит? Боже мой. Я против такого не рассчитывал, он еще огнем пуляется. Вот это прикольная игрушечка. Так, меню шоп. Микрес это так пауэр. Блейзинг. Так, силу чуть-чуть увеличили. Эллинг. Ну ладно, фиксим, да-ка, еще раз. Вот никого больше не открыли. Вот это вот меня немножко разочаровывает. А, так мы половину даже не сделали. Ёптать. Блин, какая жопа. Это еще даже половины нету. Жесть. Это все вначале так задохнуло для полного счастья. Скиллов такая тонна, что, судя по всему, одинаковые хрен попадутся. Так, move speed нужен в любом случае. 10% мне как раз не хватало в прошлый раз. Mm-hmm.
чем прикол. Они здесь тормозят. То есть, в принципе, это можно хорошо использовать. Ой-ой-ой. Ну это в этот раз они как-то позлее. Или я уже неаккуратней просто. Не въехал. Была бы она посексуальнее, было бы по кайфу играть. Особенно так ее увеличить. Но увы. Кажется, я сейчас тут сдохну. Скорости хоть пока и хватает. Это едва-едва. Жестко. Я ни черта даже не заработал, кто бы сомневался. Эх, только одна доступна, да? Давай еще раз попробуем. Ну, прикольно вообще-то. Чувствуется такая тяжесть игры. Надо вот это, про это не забывать. Дурацкий арбалет, который мне в пене сдался. Класс. Нет, тут очень от рандома зависит. А, так она еще и пробивает. Все, я правильно понял. То есть камень летит. Вообще по шикощику, интересно. Вот насчет боссов я, правда, вот вообще не понял. Я что, за ним должен гоняться, что ли? Это очень странно. Перископ, Hungershot, Bigger Bomb, Big Destruction. Ну да, в принципе. Так, мне бы желательно где-нибудь еще и пожрать найти.
Да вот это мне так и не нужно. Тоже ничего нету. Не забывай, что ловушка может работать также и на меня. Ай, да забираем только вот. Мне тут без хилочек, мягко сказать, не выжить. Мы сейчас благодаря рогатке спасаемся. Ну и количество врагов еще относительно малое. Так, мне нужно срочно найти где-нибудь аптечку. Этих же долбодятликов хрен что допросишься. О, есть. А это что такое? О-о-о. Какая тема веселая. Отлично. Ни хрена тут камушки. Так. Маленькая девоньки кидает булыжники, капец. Хрена себе. Неожиданные способности.
Так, ну да. Блин, к сожалению, у меня тут закрыто все почему-то. Хотя мне те лужицы больше понравились, должен сказать. Эти волки быстрые, заразу. Или кто это? Собаки уже? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, жестко. Так, у нас, в принципе, есть хелинг. Угу. Только один раз можно. А, нет, можно больше. Подбор. Так, я не понял. Чё это у меня всё сбросилось? А, так мы можем всё сбросить. Понятно. Ага, вот у нас новый герой есть. Ага, вот с этой вот ерундой. Это, кстати, забавно, но ладно. В принципе, как вы можете посмотреть, довольно любопытная игрушечка, даже не считать того, что это пролог. Сколько она вообще стоит, да я посмотрю. А, есть. А, понятно.
Понятно, все еще не вышло, но довольно любопытно сделано.